75 историй победы. Буганов Гаджи Османович. Командир ударно-штурмового стрелкового батальона, капитан. Герой Советского Союза. Гаджи Буганов родился 25 сентября 1918 года в ауле Ханар Лакского района Республики Дагестан. В 1939 году окончил Дагестанский педагогический институт, работал преподавателем Махачкалинского медицинского техникума. 4 ноября 1939 года был призван в армию на срочную службу. С января по июнь 1941 проходил курсы младших лейтенантов НКВД, по окончании которых стал командиром взвода 174-го стрелкового полка войск НКВД. Участвовал в битве за Москву, битве за Кавказ, Будапештской и Венской наступательных операциях. В феврале 43-го был тяжело ранен, попал в госпиталь. Из госпиталя Буганова направили на высшие офицерские курсы «Выстрел». В ноябре 43-го Гаджи вернулся на действующий фронт в качестве командира батальона 3-го гвардейского воздушно-десантного полка. Отличился в Вязко-Кишиневской наступательной операции. В ходе нее полк полностью уничтожил прорывавшуюся из Кишинева крупную группировку немецких войск численностью до 2500 человек. Особо отличился в боях на территории Венгрии, куда 23 сентября 1944 года батальон Буганова вступил в числе первых. В ночь на 7 ноября 1944 года Гаджи со своими бойцами форсировал реку Тиса, несмотря на шквальный огонь со стороны противника. Командир батальона лично переправился через реку с передовой группой добровольцев и на протяжении всего времени оставался в эпицентре боев за захват и удержание плацдарма. В итоге батальон выполнил задачу. Высота была взята, бойцы закрепили позиции на западном берегу. 4 отчаянные контратаки немцев были отбиты. Капитан Буганов с группой солдат обеспечил успешное форсирование реки другим подразделениям полка. 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и храбрость капитану Буганову Гаджи Османовичу было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Вечная слава героям! Победа будет за нами!